Итак, вообще всем привет, ребят, с вами Белаус, и это очередной видос на моем канале, и сегодня буду открывать пакцы. Ты про меня не забыл? Да, ну говори. Здорово, пацаны. В общем, я буду сегодня со Степой открывать пакцы, ну что, погнали. У меня тут целый миллион монет. Так. Я его уговорил все-таки продать. Так, ладно. Латинка. Ну что, чувак, давайте сначала вот Rainbow Pack откроем. Так, я нажимаю на Rainbow Light Pack. Открыть. 130 тысяч монет уходит в никуда. О, это икона! Это Германия! Лемон! 83? Что это? Ребята! Вы что, издеваетесь надо мной? Вы что, совсем охренели? Что? Какого фига? Это что, пранк? Не, серьезно, это не подстроено. Что это такое? Мы серьезно не подстроили, мы просто сошли паки пооткрывать. Ты что, совсем нафиг мне фарман? Ну ладно, чувак, это икона. Ну это круто. Это икона. Я не знал, что такое может быть. Блин, это жесть. Я сам офигел. Давайте теперь Special Plus пак. Вот так, давайте это откроем. Так, ну, как всегда, то это, блин, что это была за икона, я не понимаю. Так, кто же это? Это Дигне. Ладно. Самый обычный пак. Открываем дальше. Так, нажимай Степа. Давай. Так, мне нажал Степа. И, блин, Это тот либо Тотти? Тотс, ну ладно. Камерун. Это синий. А, это вообще какой-то... Ой, братан, ты кто? Так. Какой-нибудь 88. А, да. Давамба! Ну, чувак, ты нихт! Это, ну, это Степа там тоже пакцы открывает. Так, Давамба. Прическа мистер Ёжик. Кстати, переходите на мой канал тоже, у меня еще. Да, я на него оставлю ссылку. Мне контент. Контент. Ну, да, в общем, обычный такой пак. Руни. Ну, теперь я давай открою. Сейчас, я дам открыть Стёпе. Ну, будем открывать. Давайте вот этот вот Special Plus Tots пак, такой красивенький. А, ну нифига. Ну да, понятное дело, какой-то выпадает. Мы на все деньги откроем, да? Да. Савайнер. Ну. Саваньер. Саваньер. Круто. Хотя бы Степа знает, как правильно произносить. Да. Я энциклопедия. Special Plus Tots пак. О! Ребята, у меня тут какая-то странная карточка. Футис. Ну, это Нзонзи. Это Футис. Это Нзонзи. Ну, это Нзонзи Футис. Ну, Футис так Футис. Ладно. Ну давайте. Так, ну что, последний баг открывает Степа. Так, Степа, открывай. Просто Тотти! Тотти! Это очень круто. А какой-то Тотти, не знаю, только не Тавамба. Так, француз. Это Бамба. А это... Это голкипер. Кто же это? Это Майгнан. Майгнан. Я такого не знаю. Может, я Нубасом, но я не знаю такого голкипера. Ну и, блин, все так по-обычному. Так, ну что, у нас осталось еще 237 тысяч. Давайте еще откроем спешл паков. Так, ну что... Я открываю первый пак, ну, как всегда, на какой-то странный информ. Так, это Дилайни. Ну и давайте теперь второй пак открывает Степа. Давай. Тоже ничего. Все, по-обычному все нормально. О, это Рафа. Ну что же, давайте сейчас, как бы, пофиксили своих игроков. У меня накопится монетки, и я, как бы, продолжу. Итак, я вернулся. Ну что, погнали. Открываем спешл пак. Так. Кстати, как вам новое интро, а? А, ну блин. Надеюсь, оно хорошее. Я думаю, что вы его одобрите. Так, ну что, продолжим. Мне Санчо 96 выпал. Ну, это так. Это он в Pack Battle сыграет. Да, Pack Battle. Так, ну что, тот спаки, в которых тот никогда не выпадает. Думаю, вы поняли. Джовинку. А чего медить? Просто потратим деньги ни на что. О, может USL открыть? А, да, кстати. О, и вот. В нем по-любому USL выпадает. Давай я открою. Да. Мне все время рука бога. И даже не волкаут. Ну, 86 хотя бы давайте. Ну, 80. Бензема. Очень круто. И одни такие всякие Г. Говницу, короче, пацаны. Не знаю, что здесь можно еще пооткрывать. Давайте один Тотти откроем пак. Ну, как всегда. Понятно. О, волкаут! У меня волкаут. Волкаут, пацаны, волкаут. Так, кто же это? Это Франция. Это Погба. Угу. Это не... Это Мбаппе! Это Мбаппе, ребята! Нормально! Это Мбаппешечка! Это не самое плохое то, что могло быть. Так. Мбаппе, хорошо! Давайте еще Food Champions.
Что это? Что это Food Champions. А, ну, понятно. Петр Чех. Я открывал Food Champions. Чех из Чех. Ну, Чех-Чех. Он уже закончил карьеру. Так, давайте еще вот такой откроем. Мне что-то... О, отсюда хоть какие-то волкауты идут. Не волкауты, я имею в виду всякие странные карточки. Манчини. А ну, какой ты пак открыл? Food Champions, самый хороший пак. Ну и, понятное дело, тут уже... Ничего. Нам ну, немножечко... то есть, три разных карточки. Ну и Робертсон. Ну, не знаю, если здесь еще смысл... Давай самого открыть. Верху, вот... А, ну, нет. Да нет, здесь уже нет смысла, здесь уже просто самые плохие паки идут и... А, так у тебя все равно 8 тысяч осталось. Да, и, в общем, думаю, мы пооткрывали, мы поймали тут очень странную икону. Да, кстати, покажи ее, покажи. Вот, я вот сейчас даже ее покажу. Просто надо посмотреть, я... Так, сейчас. Я не могу просто поверить. Так, я сейчас нажал на дубликаты. Дубликаты. Да. Вот. Это надо где-то пролистать, не знаю, что здесь найти. Так, это... Немец вроде. Ее даже сейчас трудно найти. Нет, просто напиши иконы. Нет. А, вот, Prime Moments. Вот. Вот он, это Фарман. Это Фарман. Вы помните, эта легенда, блин, 18 ФФ, где он все тащил, и, блин, его вставили сюда. Это, блин... Кстати, это может быть, кстати, поэтому ему и дали. О, ну, блин, понятно. В общем, какая-то вот такую странную икону мы поймали со Степой. Ну что же, с вами был Белоус и Степа. Бай-бай. В общем, всем подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.